В этом видео мы поговорим с вами о том, как рассчитать стоимость обработки участка от клещей. На доске мы с вами видим таблицу цены на обработку участков от клещей. И благодаря этой таблице мы можем с вами рассчитать стоимость обработки участка любой площади. Как мы видим, базовая ставка всегда одинаковая – 2300 рублей. А дальше цена за сотку, которая суммируется с базовой ставкой, зависит от площади участка. Ну, давайте для примера разберем, если у нас участок 6 соток. 6 соток. Мы имеем базовая ставка 2300 рублей. И прибавляем, значит, у нас получается цена за сотку будет 100 рублей. У нас 6 соток. Плюс 6 умножить на 100. Получается 2300 плюс 600. Равно 2900 рублей. Напишите, пожалуйста, в комментариях под видео, почему, на ваш взгляд, важно проводить обработку участков от клещей.